Знаете, бывает, позвонит мне какая-нибудь бабулька и долго морочит голову. И начинает говорить, какой я замечательный, какой я прекрасный. Я долго не знаю, что ответить до тех пор, пока эта бабулька не начинает крыть меня нецензурными выражениями. И только тогда я понимаю, что меня разыгрывал уникальный артист, любимец публики, народный артист Российской Федерации Владимир Винокур! Театр, которым я руковожу, называется «Театр пародий». Поэтому сегодня мы покажем вам пародии на самых известных, на самых любимых вами артистов. Вот. И, конечно, первые артисты, они выходят обычно парой, хотя и называются не пара. Знают даже бабули с базара, что с тобою мы вовсе не пара. Но вместе мы всем вопреки. Ты мой маленький лысенький мачо, хочешь, я тебя в сумочку спрячу. Сняла бы лучше каблуки. Подойди поближе, и ты услышишь. Ты в пупок мне дышишь. Слушай, рост мой, не трожь. Я бы рада, но все. Ну, когда ты поймешь, как Брюс Уиллис я хорош. Хоть и не пара, мы и порой слышим смех, но у зрителей страны обеспечен нам успех. Спасибо. Все мои песни на стихи Измайлов. Поем все вместе. Прощай, я говорю вам 40 лет, что на эстраде я служу. Прощай, произношу я как привет, и никуда не ухожу. Прощай, накрывай и угощай, ведь к вам приехала звезда. А чтоб ушел я невзначай, вы не дождетесь никогда. В репертуаре у меня есть много песен, главных две, запев одной запел вам я. Припев другой, вы спойте мне. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь заботы. Если б я не пел всю жизнь, прощай, Винокур сидел бы без работы. Работы. Да он вообще бы был без работы. Вот так. Рукой
и любое место. У него как песня, хоть бери и пой. И вот уже много лет дарит он мне песни. А ведь я с маэстро не легато нет. Скрипач на крыше, а не фольксмычок. Наш Раймонд и может, как и раньше мог. Еще не вечер, Раймонд позвонит. И на рояль положит хит. Ночь рисует мне в замусоленном окне моего лица портрет Мадонна. Снова, словно в первый раз, наблюдаю битый час, как красив мой силуэт Мадонна. Я люблю себя до слез. Этот лоб и этот глаз, этот профиль, этот фас, этот рот и этот нос лепестками алых роз. В небо губы устремлю. Я люблю себя до слез. Без ума люблю. Ты меня любишь, но я себя люблю больше. Как я прекрасен, Господи Боже! В голове столько мыслей, где их записать? Может быть, на теле место подыскать? Здесь вот точно нет, и здесь тоже нет. А вот нашел на ноге, ну хоть один куплет. Ты можешь сделать мне классный комплимент? Или сказать, что я не интеллигент? Жить, будто бы тату нет, уходя после себя оставить след. Меня заносит порой, это все хип-хоп. Даже спорить со мной король из жанра поп. Но я не сдерживаюсь и говорю все в лоб. И для меня по жизни нету знака стоп. Чем же мне еще вызвать интерес? Передо мной одна фигура, это Гриша Лепс. Суперский вокал и высокий крик. Удивимы миллионы сладких чик. Пришел момент все в жизни поменять и новые вершины покорять. Хочу всегда я только с Лепсом выступать. Остальным давай до свидания. Я уеду жить в Лондон. Если ты не отстанешь, то ты просишь ответь, то давай вместе петь. Сколько можно терпеть? Я уеду жить в Лондон. Да туда нет дороги. Тепловоз я купил, рельсы я проложил. Впрочем, Лондон чужой, но Тимати свой. В Лондон петь не поеду, в США не поеду. Я Григорий и Тима, тур замутим по Крыму. Спасибо! Думай о
кобзоне свысока. Я выступить могу на Евровидении. Мне главный приз присудят на века. Жюри всех стран и всей Европы зрители. Для женщин я желанный много лет. Они из зала дружно мне кричат всегда: сэру Элтон Джону, нет, 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 Йосифу Кобзону, да, да.